Включаем запись? Да. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня занятие у нас посвящено главе, которая называется «Мецура». И несколько слов я скажу по поводу материала, который я выбрал. Но прежде я должен сказать, что, очевидно, через неделю у нас урока не будет, потому что это второй день Песах, воскресенье. Второй день является праздничным для евреев вне Израиля. И аналогично у нас получится через две недели. Да? Воскресенье будет восьмым. А у нас тут есть евреи вне Израиля? У нас, по-моему, тут их нет. У нас все вне Израиля, все не евреи. Понятно. Ну, будем считать, что это второй день в Израиле. Да, я здесь. Ага. Я говорил, что, возможно, Раф Ильяху как раз-таки не в Израиле по каким-то... Нет, я как раз, да, в Израиле. Вот, и у меня этого дополнительного дня нет. Но я не знаю, честно говоря, обычно берут тайм-аут. Ну, хорошо, это мы решим. В любом случае, следите за рекламой. Теперь, что я бы хотел сказать по поводу недельной главы. Как мы уже говорили, неделю назад вот эти две главы, Тазрия и Мецура, обычно идут, часто идут вместе. В этом году, поскольку год високосный, количество суббот у нас несколько больше обычного, они идут раздельно. Вот. И я посмотрел, значит, относительно того, что мы не сделали в прошлые курсы. Вот. И нашел я там главу, которая посвящена такой деликатной теме, как выделение, как мужчины, так и у женщины. Но я решил, что этот текст мы трогать не будем. Из песни слова не выкинешь, из Торы тем более. Вот. Но я не хочу заставлять наших участников читать и переводить. Вот. Поэтому я сделал я избрал такой вариант. Я выбрал материал, который мы не проходили в прошлые курсы, а вот то, что касается вот этой темы, я подготовил вам сам текст и подготовил вам словарь. Спасибо, Анна, да, это очень кстати. Вот мы сегодня будем проходить... Вот 14 главу мы с вами, да, посмотрим? Пролистайте вперед. Анна. Просто вот сильно, да-да-да-да. Вот это, я надеюсь, мы успеем пройти. А вот этот перек, вот параграф Тет-Вав, то есть 15, да, я только подготовил его и словарь. Кто хочет, пройдите сами. Вот так вот я решил. Сегодня мы будем работать. И если у нас останется время, мы снова обратимся к файлу, который называется «Отрывки из пасхальной годы». Там даны некоторые отрывки, которые я посчитал интересными из части, которая называется «Магид», то есть рассказ, собственно, об исходе из Египта. Вот. И, может быть, успеем что-то оттуда разобрать. Ну, сконцентрируемся теперь. Ну, еще раз с наступающим Песахом вас. Вот, наступает он в пятницу вечером, первый день совпадает с шаббатом, вот, соответственно, и восьмой день совпадает с шаббатом, да, восьмой день – это последний день Песаха, значит, воскресенье – это через воскресенье это будет девятый день, так что девятый день мы вполне могли бы и работать, да, это всего лишь исрухак, ну, в любом случае, к этому вопросу мы еще вернемся. Так, я читаю вам два первых пасука, две первых фразы из 14 главы. «Вайдабер Ашем эль Моше лэмор» и сказал Бог Моисею следующее. «Зот тие торат ха-мецора бьем тогорато вегува эль ха-коген». Вот это будет учение о прокаженном. «Мецора» в день очищения его, обратите внимание, что я читаю, «тогорато», да, под тет стоит камац кацар. И будет он приведен буквально к коэну.
Я делаю замечание в самом начале, что слово «мецура», которое обычно переводится как «проказа», и я буду использовать вот это слово, абсолютно не совпадает с тем пониманием проказа, которое дается сейчас. Это некая духовная болезнь, точнее, наказание за определенные там прегрешения. Вот сейчас этого нет. Вернется это или не вернется, и кто это заслужит, мы сейчас не знаем. Во всяком случае, во времена храма было наказание такое, было очищение от него, которое, собственно, и было искуплением этого наказания. Но мы будем пользоваться словом, либо словом проказа, либо прямым вот этим словом мецура. Так, прошу вас. Анна продолжает, да? Гимел? Да, так, я продолжаю третий, да, гимел. Так, так, ваяца коэн эль михуц ламахане вараа акоэн вагене нирпа нега ацараат мин ацаруа. Так, это текст. Так, меня слышно? Меня слышно, слышно. Да? Да. Так, собственно, это текст. Теперь перевод. И выйдет коэн как бы за пределы стана, и увидит коэн, и вот исцелилась язва проказы у на прокаженном. Да, совершенно верно, спасибо. Значит, мецора или мецура – это пораженный проказой, царуа – это то же самое, просто немножко другая форма. И на что я хотел обратить ваше внимание, одну минуточку. Значит, слово нерпа, конечно, слово рофе, реш, пей, алеф, да, корень означает лекарь, лечение, излечение. Да, спасибо. Далее от кого даем? Тимофей. Тимофей. Давайте, я готов. Далее. Вецева хакоэн велаках ла митахер штейци порим хайот тегород веэц эгэс ушни тулат везов. Переводим. И повелит коэн взять для очищения две птицы живых, чистых, и дерево кедр, и две тулат, это нить, подзабыл какая. Червленая. Напишите, червленная. Если можно, пожалуйста, у меня сейчас урок. Да, пишите. Да, да, совершенно верно. Спасибо, да. Тимофей. Я хочу обратить внимание, что вот это слово «шнит-плат» у нас оно уже было, вы помните, где? Да, в описании материалов для мешкана. Вот, по сути, это краска, извлекаемая из тулат, из некоего насекомого червя. Так, теперь вот «эзов», «эрез» – это кедр. Эзов есть два мнения. По одному мнению, это низкая такая травка, используемая сейчас как приправа. Вот, по другому мнению, это плющ. И значит, оба эти растения упоминаются при описании царя Соломона, что он был настолько мудр, что он говорил о кедре и о вот этом эзове, да? Либо, можно сказать, можно понять это так. Он говорил с кедрами и с плющами. Да? Я отвлекаюсь немножко от нашей главной темы. Просто дело в том, что однажды мне надо было сдавать работу доктору Ташевскому. И вот мне встретилось интересное такое объяснение, что если это действительно плющ, да, если это сравнение растение высокого и растение низенького, да, то есть противопоставление. Точно так же, как противопоставляется животное, млекопитающее, которое может быть, может посвятить свою плоть тому, что человек поест это мясо еврея и будет учить Тору, а с другой стороны, это некое некошерное маленькое насекомое, которое вряд ли на что-то другое еще годно, да, и вот точно так же высокий кедр и низкий вот этот вот кустик майорана, да. А кто здесь млекопитающий?
млекопитающие – это шани. Шани – это лад. Точнее, что лад, а шани – это краска из него добываемая. Да. В смысле, червяк, он млекопитающий? Червяк? Нет, он не млекопитающий. А, ой, извините, млекопитающий. Ну, конечно. Это мы увидим... Там дальше будут овцы, но голуби тут голуби, а голуби не млекопитающие вроде бы. Да, извините. Там немножко забежал вперед. Да. Ну, птичка тоже хороша, да? Высоко летает. Вот. А, значит, соответственно, что говорится о Шломо, что он мог говорить и с великими, и с малыми, да? Но есть и другое понимание, что если это плющ, да? Плющ, он сам по себе... не имеет высоты. Если ему не дать подпорки, да, он будет стелиться по земле, он не растет ввысь. У него нет... его стебель не является стволом. Но если он обовьется вокруг, допустим, эрес, вокруг кедра, он может с помощью его добраться до вершины и даже вылезти немножечко более наверх. Что называется, стоял на плечах великих. Вот. Так что здесь опять же идет противопоставление того, кто добился всего своими силами, и того, кто использовал это, но что-то добавил сюда свое. Ну, не знаю, удалось мне выразить мысль или нет. В любом случае, к нашей теме непосредственно это не относится. Теперь, так, попросим. Так. Владимир, наверное, у нас читает. Здесь. Да, давайте. Гей. Гей, пятый. Вецина, вецива, цива, акоин, вешахат, эт спор, аехат, аль, кли, хереш. Маем хаим. Так. Ве цива, помните? Приказание. И прикажет коэн, да. Прикажет коэн. И зарежет буквально, то есть сделает... А, шохет, точно, зарежет шохет. И зарежет... Да. Кого? Птицу. А, да, верно. Птицу. Сковород, цепор. Одну, да, точно. Одного птица. Одного птица. Эль-кли херес имеется в виду над сосудом из глины. Херес. Здесь написано через син. Мы сейчас пишем через самых. Это глина. Да? Аль-майм хаим. То есть буквально... Через самых это глина, да? Херес, да. Глина. Да. Да. Ну, так слова дает. Я знаю, что херес и хереш, вот именно благодаря тому, что шин и син это разные буквы, но все-таки они пишутся одинаково. Есть тоже интересный комментарий по этому поводу. Вот. Теперь Маим Хаим, что значит то живая вода? Можно уточнить быстренько? Так сейчас я в словаре найду через Син, да? Через Шинина, ой, через Вы сам. Можете посмотреть файл, словарь, который я подготовил там именно через Син. Через Син, да? Да. А вообще сейчас в современном иврите пишется через самых, да? Они именно в словаре через самых и сейчас пишут, как правило, через самых. Да, но в Танахе я встречал и через Син не только в этом месте. Так? Понятно. Значит, Аль-Майм Хамим, да. Живая вода, над живой водой. Да, есть мнение, что это вода из источника, из родника. Вот. Есть мнение, что это нечто такое специфическое. Ладно, спасибо, продолжаем. Людмила. Людмила. Эт хацепор хахая яках отах. Ветец хаэрз, вет шени аталаат, вет хаэзов, веталь, отам, вет хацепор, хахая, бедам, хацепор, хашхута, аль хамаим хахаим. Да, верно. И живую птицу возьмет ее. Ее буквально, да. И дерево. Да. Вот это эрз.
кедр, да, ветка кедра, да. И нет, здесь это не шни, не шней, а шнитулат, это вот червяч, это нитка, окрашенная краской, добываемой из вот этого червячка. Это по-русски. Нитка червленая, можно сказать, да. И червленая нить. И мы трапили. Да. Что? Владимир сам где-то там разговаривает с кем-то из себя. То есть надо звук отключать попросту. И эзов говорили... И травку будем говорить, да. Вот да. Эту... Угу. Непонятную травку, да. И... Нам непонятно, да. Таваль – это обмакнет, литволь. И обмакнет их, и живую птицу в кровь птицы. Зарезанная шхута. А, да. И в живую воду. Да, над живой водой. То есть, ну, комментарий объясняет, как это происходит. Да, спасибо. Обмакнет. Над живой, это значит не обмакнет. Как-то вот так. Ну, обычно переводы, что вот кровь сливают в сосуд глиняный с живой водой, а потом в то, что получилось, обмакивает вот весь этот букет. Своеобразный. Зай, наверное, читаю я, да? Да. Ве гиза аль га митагер мин га царат шева памин ве тигаро ве шилах эта ципора хая аль пней хасаде. Ве гиза, это значит и покропит на очищаемого, на очищаемого от царат от этой проказы 7 раз и осветит, и очистит его, и отошлет птицу живую буквально на лицо поля, то есть на свободу в поле. Вот так нам приписано сделать. Так, прошу вас. То есть возьмет у нее кровь и отошлет? Минуточку. Нет, одну зарежут, другую обмакнут во все это содержимое, потом отпустят и гуляют. Понятно. Да, на волю птичку отпускаю. Так. Зарежут, а потом отпустят. Как это так получится? Ну что вы, мы же только что объяснили. Одну птичку зарежут, а вторую обмакнут и отпустят. А во что обмакнут еще раз, я не понял? Обмакнут в воду, в которой добавлена кровь первой зарезанной птички. Зачем эти манипуляции? Это для чего все делается? Ну, милые мои, мы не такие знатоки Торы, чтобы понятно. Объяснить смысл. Да. За этим можно обратиться к многим комментариям, а я ставлю себе другую цель. Но мы просто читаем слова. Да. Интересного вы очень много найдете, если вы займетесь комментарием. Я просто даже во многом завидую вам. У вас все впереди. Так? Хет? Да. Анна? Да. Вакибес митагер эт бгадав вагилах эт коль царо варахат бамаем ватогер ваахар яво эт тармахане ваяшав михуц ле агало шваат ямим. А. Так, и омоет очищаемые одежды свои и обреет все точно. Волосы. Угу. И опять же помоет водой. И омоется водой. Омоется, да. Искупается. И да. будет чистый, и очистится. Угу. А после войдет в стан. Угу. Но потом опять-таки из него выйдет. За пределы своего шатра и пробудет еще 7 дней вне, как бы... Нет, он войдет в стан, но будет вне своего шатра 7 дней. То есть здесь не сказано, где именно он будет. Я читала такое, что он может пойти немножечко к себе домой, поздороваться с семьей, но потом опять уйти. Вот все. Может быть и так. Мы переводим просто буквальный текст. Да, если комментарий дает что-то дополнительное, да, он, конечно же, опирается на что-то дополнительное, но пока мы читаем. Да, верно. Да.
Да. Здесь просто подчеркивается, что, к примеру, он не, у него нет семейной жизни в течение вот 7 дней. То есть он как бы два раза получает тут двойное очищение. Его сначала вот этой всей водичкой помоют, а он еще не до конца очистится. Потом он еще 7 дней пробудет вне всего этого. А потом уже еще 7 дней посидит, и тогда уже принесет жертву, и тогда он все... Да, сейчас будем читать, да. Да, да. Тед и Анна, подвиньте текст, чтобы сразу было готово для следующих порций. Тед, я читаю. Да. Вегая байом ашири гегалах эт коль сэро эт хошо вэт скано вэт гавот эйнав вэт коль сэро игалах вэхибэс эт гадав вэгахац эт бэсаро вамаем вэтогэр. Вэтогэр, да. Переводим. И будет на день 7 побреет все свои волосы на его голове. Вэцкано. Так, скано. И бороду его. Да, и бороду его, и да. Брови. И брови. Все, и все-все-все волосы его сбреет. И да. Помоет его одежду. Mm-hmm. И помоет... тело его, угу. Да, по свою, в воде, и очистится. И очистится, да, совершенно верно. Обратите внимание на вот этот корень гилах. Гилуах – это презрительное это название священнослужителей католических, поскольку для них было принято хипритами. Да, вот такое слово. Да? А можно вопрос? Получается, вехибес и вехахац – как бы по-русски одним словом переводится, да? Помоет. Кибес это скорее постирает, рахац это обмоет да, тело. Да, ну, смысл один и тот же, да. Окей. Угу. Спасибо. Так, Юд. Владимир у нас должен быть. Давайте, Владимир, давайте. Юд. Владимир? Юд. Да. Мы боем Ашмини, Иках, Шни, Кахшней, Квасим, Тмимим, Веквасим, Ахат, Бат, Шната, Кивса, Ахат, Бат, Шната, да. Бат, Шната, Тмима, В шлоша у эсроним солет минха белула бешен белог эхад шамен. Шамен, да. Да, да, верно, спасибо. Так, уводим Ашмини. День 8. Да. Возьмет две овцы, овечки. Да. Овечки. Ну, две поскольку овечки. Здесь мужской род, можно сказать, двух барашков сразу, да. Шней и барашков. Непорочно. Да. Да, совершенно верно. В кавсахат патшната. Овца. И, да. Ну, овцу, дочку. Дочку года, да, то есть годовалую. Угу. А, дочку года, точно. Угу, да. Непорочную. В трех сроним. Это... Две десятые. А, и три десятые. Угу, так. Десятые. Да, десятые, да. Угу. Пшеничной муки. Угу. Муки пшеничной и масло, и булула. И булула немного... – это размешанный, да? Или да, смешанный. Да, смешанный балуль, как бавель. Угу. Смешанное масло. Угу.
Влог. Влог – это мера объема, примерно пол-литра. Посмотрите в словаре, данные более точные цифры, да? Да, влог, и влог, вот один да. Лог. Угу. Масло, масло. Да, влог. Спасибо, Владимир, все правильно. Угу. Да. Так, алиф для Людмилы. Алло. Хэмид, акоэн, гаметахэр, этхаиш, гаметахэр, вэ отам. Лифне ашем петах охель моэд. Mm-hmm. И станет коэн чистым, да? Поставит буквально. Коэн, нет. А метагер – это тот, который очищает. А митагер – это тот, кого очищает. Тут разница только в огласовках. Да? Коэн очищающий. Кого он поставит? А человека. Очищаемого. Очищаемого. Mm-hmm. Причастие, да, действительное и страдательное. Так, так и вот там, и их, наверное, барашков перед, и овечек. Да? Перед Господом откроет... Mm-hmm. Нет, Петах – это врата. Это существительное. Да. А врат от шатра откровения. Да. Угу, да. Так. Угу, да, верно. Спасибо. Спасибо, Людмила. Так, после Людмилы я очевидно, да? Да. Так, Юдбет. Велакаха коэн это кевес а эхад вейкрив ото ле ашам веэт лог ха шамен вегенив отам тинуфа лифней ашем. И возьмет коэн барашка одного и принесет его в жертву для ашам от слова ашем, то есть грех, очищение за грех. Грех – очистительная жертва, обычный перевод этого слова. И также лог масла, вегенив – это буквально приподнимет, да? То есть будет вздымать их вздыманием тнуфа перед Всевышним. Как это делается, мы смотрели в предыдущих главах. Да, кладет на руки, приподнимает и опускает. Да, вот таков ритуал. Так, Юд Гимел, Анна? Да. Вешахат акевес бимаком ашер ишхат эт ахатат вэт аула бимаком акодыш ки кэхатат а ашам гу лакоен. Кодыш кадашим гу. Так, и зарежет этого самого барашка на месте, на котором режутся жертвы очистительные, жертвы всесожжения. Ола и хатат. На месте святом. Ибо кихатат ашам. То есть это подобно жертве очищения. Эта жертва подобна жертве очищения. Для коэна принадлежит она коэну. Грех очистительный, да. Она святая, ну как бы супер святая. Да, так и есть. Она святая из святых она. Да, так оно и происходит. Так, правильно, спасибо. И вот далее в святом месте, да, или туда написано в святом месте. Написано в месте святом, да. То есть это значит, что она святая, да? Нет, это значит, что в определенном месте, которое называется Макум Кодыш. Да? А что это за место? Ну, посмотреть можно в комментариях. А то, что она святая, это, так сказать, само собой. Просто если вы определяете, что является причиной, что следствием, тут мы на основании текста не можем судить. Тут надо дополнительные соображения применить. Так, Юд. Юд Далит, я читаю. Тимофей. Да. Велаках гакоен мидам ашам ванатан гакоен альтнух озен митагер айеманит вааль боен ядо айеманит вааль боен рагло айеманит. Переводим.
Да. И возьмет коэн от крови вот этой очистительной жертвы и даст жертвы, коэн. Пасти. Буквально даст, да. Слово «тнух» первый раз здесь встречается в Торе. Это мочка уха. «Тнух озен» какой? Амитагер очищаемого. Да, эманит. Амитагер, эманит. Очищенный. Мочка уха. Митагер – это тот, кого очищают. Очищаемого. На ухо очищаемого. Какое ухо? Правое. На правое. Точнее, да. 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 Это большой палец. Большой палец руки его, правой. Правый, и да. Большой палец ноги его, опять правой. Правый, да, совершенно верно. Да, вот такая у нас, такой у нас был ритуал. Так, тет вав. Владимир. Владимир. Владимир, вы с нами? Да, я здесь. Скажите, это как палец переводится, значит, а не как рука? Боген, да? – это большой палец. Как? Боген – это большой палец. Боген – это большой палец. Это автоматически. Да, все слова, которые я выделил зеленым, как вы знаете, они есть в файле словаря. Понял. Да. А это из какой-то части, скажите это еще раз, это Мицура, скажите, глава какая просто? Это глава Мицура, 14 параграф. А, 14 параграф. Да, да, а это тоже есть наверху. А то, что желтым выделили, это что? Это нет? То, что желтым, это я для себя ставлю пометки, что, может быть, что-то я скажу по этому. То есть искать как в Торе, как 14, да? 14. Да, да, да. Вы хотите заглянуть в перевод? Да, чтобы было немножко понятнее. Нет, нам интереснее переводить самостоятельно. Да. Как будто бы перевода нет, как будто мы первооткрыватели. Я, конечно, переводом иногда пользуюсь, иногда в него заглядываю, если товар мне ничего не дает. Вот, и пытаюсь понять, почему это слово значит именно так, а не иначе. Вот, и с вами делюсь вот этим. Вы что думаете, я сам все придумываю? Так, Владимир, пожалуйста, прочитайте нам Ютали. И если есть какие-то затруднения, всегда готов подходить. Тавдалит, да? Подождите, тетвав, тетвав. Тетвав, извините. Да, велаках. Велаках. Акоэн, Милог, Ашамен. Ашамен, в данном случае, да. Ашамен. Да. В Яцак, Аль-Каф, Акоэн, Асмолит. Смолит. Да. Да, понятно. Значит, чем я руководствуюсь, когда какие-то слова выделяю зеленым? Я, честно говоря, только вот пытаюсь представить кого-то из вас, да, и смотрю, какие слова, среднестатистического еврея, который знает иврит в пределах разговорного языка. Вот, и вместе с нами читает Тору. Например, вот слово «боген» встречается здесь впервые. Вот, прежде, например, в «тет» мы встретили слово «габот». «Габа» – это бровь. Это слово тоже не встречалось там раньше, да? «Гилах» – «побрей». Этого слова тоже не было. А вот те слова, которые могут быть вам непонятны и неизвестны, да, может быть, они встречались раньше. Ну, например, мы знаем, что такое Толат Шани, да? Это червленая ниточка. Итак, Тетвав. И возьмет коэн из лога. Да, ой, да? возьмет коэн, в данном случае не Иках, а в Элаках. То же самое, в принципе. Элаках. Ну да, 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 можно. Да, да, правда. И возьмет коэн пол-литра масла. Лог масла, да.
Слово «яцак» просто оно у нас встречалось не так давно. Это значит «выльет». Мы лог – это пол-литра в данном случае, да? Лог – это мера объема. По одному мнению, это 370, по-моему, с чем-то миллилитров. По другому мнению, это около 500 миллилитров. Ага. Мы не боимся расхождения мнений между нашими мудрецами, да? Так? Подсмет, масло, вайцок. Лицок – это яцак. Это лицок с ними. Яца, выльет. Яцак, выведет? Выльет, выльет. А, выльет. А, наливать, выльет. Да. Выльет. Палец. Слово «кав» – это ладонь. Ложка, лопата, да-да. Лопата. Да, ладонь, да. А также ладонь. Ложка, да. Ладонь молит. Угу. Левая. На ладонь левую. Почему левую, мы сейчас увидим. Спасибо, Владимир. Так, теперь Людмила, да? Да. Можно подвиньте текст, повыше, пожалуйста? Повыше поднять, а то там не видно. Да, пожалуйста. Начинаю пока. А, Ветавальга коин эцбао хаяминит мин хашеман ашер аль капо хасмалит ве хиза мин хашеман бе эцбао Шева Паамим Лифне Ашем. Да. И... Таваль. Угу. Окунет, опустит. Окунет Коэн его палец, правый... Большой... А, просто палец, да? Просто палец, да. Здесь не сказано Коэн, да. Эцпа. Из... почему-то из... Из масла, которое на... А в какое масло? То есть из масла, которое так, на да. его руке, на его ладони, левой. Левой, да, потому что... Именно потому что правый он будет что делать? Кропить, да, брызгать. То держит он масло левой рукой. Да, да. И вот это забыла. Что... Окропит, побрызгает. Вот она прыгает, и я уже теряю. Вот сейчас хизе. Хизе. А вот после, да. И окропит от масла в руки, в пальцы его. На пальцы. Пальцем его. Пальцем, кем-чем, да? Семь раз перед Всевышним. Да, да, спасибо, Людмила, все верно, все верно. Так, Юдзайн. У ми етер ха шемен ашер аль капо йитен акоген аль тнух озен ха метагер ха йеманит ве аль боген ядо ха йеманит ве аль боген рагло ха йеманит аль да ха ашам. И из оставшегося етер, слово йотер, масло, которое на ладони его, даст Коэн на мочку уха очищаемого, правую, и на палец руки его, правый, и на палец ноги его, правый, поверх, аль, это буквально на, крови жертвы за повинность. Вот так это происходит. А скажите, это миятер в данном случае оставшийся, да, миятер? Етер – это больше, это больше. Как миятер, да. Так миятер – это оставшийся? По смыслу, да. А, смысл. Угу. Потому что СМИ, да, с предлогом ми. Из того, из. Да. Большего. Из, угу. Да, верно, так. Угу. Так, 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 ют. Ют-тет, да? Ют-тет? Нет, ют-хет. А, ют-хет. А, конечно, ют-хет, да, да, извините, да. Так, вы анотар башемин ашер аль-кафа коэн итен аль-рош амитагер вакипер алафа коэн
Лифнешем. Так. Нотар – это как раз оставшееся. Нотар – оставшееся масло, которое на ладони коэна возложит на голову очищаемого и очистит, и искупит его коэн перед Всевышним. Да, совершенно верно. Скажите, да? А почему это или как оставшийся миютер, оставшийся иетами? Хотя пишется по-разному. Нет, что-то... более точно это нотар оставшийся, а иетер это, ну, по смыслу это то же самое. Я не знаю, как вот образовать прилагательное от слова более. Добавка. Добавочное? Ну, может быть. Да. Добавлю. Вот угу. Да, да. В тех случаях, когда я затрудняюсь с русским языком, да, я даю описательно. Излишек. Толкование, да. Так. Угу. Ютет. Ютет? Да. Ютет это, это очевидно я, да? Нет, нет, это подождите, я. Тимофей, подождите, это вы же читаете. А, да, конечно, читаю. Да, слегка. Да. Веса Акоэн. Это Ахатат, The Hiper Al-A Mitaher, Mitumato, The Har Ishtat Ishat, Et A-Ola. Переводим. И сделает коэн грехоочистительную жертву и возложит на очищаемого от его тумы, от его нечистоты. Угу. И затем Ишхат, видимо, сожжет. Нет, зарежет. Ахат, шохет, да? А, да, и зарежет. Это Ола, всесожжение, да. Жертву всесожжения. Кипер да. Это разве не искупит? Искупит, да. А, да, да, да. Слегка, я не так перевел. И искупит, искупит, да, конечно. Да, как Йом-Кипур, да. Угу. Так, да, спасибо. Так, Тимофей, Каф. Владимир, Владимир, да. Давайте, Владимир. Аэла, вэ аэла, акоэн, эт, аула, вэ эт, аминха, вэ амизбэха, вэ, вэ кипер, алаф, акоэн, вэ таэр. Хе элла это гифир, вот ола, то есть поднимет. Поднимет. Да? То есть, поднимет. А каков смысл? Вот. Это, что значит поднимет? Да? Руки, руки, наверное, нет. Нет, смотрите, читайте дальше. А, и поднимет коин. Ола. Поднимет. Это жертва всесожжения. Это животное, которое назначено. Это жертва всесожжения, да? Жертва всесожжения. Ола называется жертва всесожжения. То есть буквально поднимающаяся, потому что ее полностью сжигали, ее ничего не съедали. И все поднимается. Вот поэтому первое слово «гэ-эла» это может быть понято не просто поднимет физически, да, а что сделает ее, вот это животное, обработает ее как жертву всесожжения. Да? Подняв ее как бы кверху, ее в воздух. Дело не, не в том, что он ее поднимает на жертву. И жертвы тоже поднимали на жертву. Но дело в том, что он сделает ола, то есть она полностью, целиком будет сожжена. Сожжена тем, что она поднимется вверх. Да, ола да? Она не потому, что она поднимается на жертвенника, а потому что с жертвенника она полностью вся поднимается, да. Так. Так. И теперь... «Ве эдха минха», слово «минха», помните, да? Сейчас. Ют, я читаю «ют-тат», «ют-тет» или «каф». Читаете, а, «каф», каф, правильно. И пшеничные муки. Да, имеется в виду «минха» – это буквально подношение, подарок, да? Но какой подарок? Из муки, да. Ну, те, которые мы читали раньше, да? Из пшеничной муки на жертвенник. Жертвенника. Да. Или на жертвенник. Mm-hmm. На жертвенник. В, и искупит
себя Коэн и очистится. Купит о нем, а искупит его. Коэн кого? Того, а кто его очищает. Да. Это и очистит. И очистит. Да. То есть Коэн что сделает? Он искупит и очистит того, кто... Ну, это, заметьте, уже по истечении этих вот дней, да? То есть первый этап, о котором мы говорили вот тогда с Анной, мы это обсуждали, когда он заходит в свой шатер, и после этого вот он приносит вот эти жертвы. Да, верно, верно. То есть по истечении 7 дней, да? По истечении 7 дней. Да, да, как вы читали выше. Так, Кав Алиф? Людмила. Людмила, да. Тут не до конца видно. Да, почему-то именно на Людмилу попадает. Да. В им даль... Ой, ускакал. Да, да. В им даль ху в эйн ядо масэгат в лаках кэвэс эхат ашам литнофа лехапер алав в Исарон, Солот, Эхад, Балуль, Башеман, Леминха, Велок, Шамен. 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 Здесь это важно, потому что шамен – это жирный, а шамен – это тоже то, что шамен. Да. В им даль. Вот это слово я, пожалуй, разъясню. Да. Ну, как бедный имеется или... Ввиду, да, имеется в виду небогатый. Слово «даль» – это означает, что чего-то там немножко не хватает. Например, «даль калорий йод» – это обез... Как это? Низкокалорийный. «Даль шуман» – это обезжиренный. Да? А если он беден, то есть этот очищаемый... Да? И нет в его руке... «Масегет» здесь – это глагол. «Масегет легасиг» – это достать чего-то, добраться до чего-то. И не может его рука... Да, 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 да. Достаточно, да? Да. Имеется в виду, что недостаточно у него средств. И даст одну овечку в искупительную жертву. Для... Литнуфа, для вздымания. Для, для вздымания... его искупление. Да, чтобы искупить его. Да. И, ну, то есть себя, да, он как... Вот это слово «алав» можно понять и как, что он этим барашком искупает себя, так и то, что вот с помощью этого барашка. «Алав», то есть это относится к барашку. То есть искупить чем? Вот этим барашком. А, им. Да, вы... можно... Я также. Исарон. Исарон – это недостаток? Нет, Исарон – это 1/10. Это эсер. А, и 1/10 пшеницы. Имеется, да. Десятая чего? Десятая какого-то объема, как мы знаем, да? Одного Исарон, солота. Да. То есть тут солод – это имеется в виду именно объем вот какой-то. Нет, да? Нет, солод – это мука. Это мука, а десятая часть чего? Одна десятая часть муки. Просто десятину, да, как сказать. А, это десятину. Да. Балуль, башеман. Алуль. Балуль смешанный. Смешанный с маслом для пшеницы, ну, вот этой вот для, да, мельхи, да, этой. Да. И не... Нет, лог – это... А, и вот этот лог масла. И лог масла, да-да-да, совершенно. Пол-литра. Можно спросить, шам, я не очень понял, шам, вот это слово еще раз, ашам летнуфа, это значит поднять... Ашам. Ашам, это от слова ашем, грех, точнее грех. Вина, да? А тенуфа, леганиф, это буквально вздым, взмахнуть, вздыбить как-то вот так. А кто это? Мы... Кто это? Коэн. Коэн. Коэн, он поднимает вот, значит, тушу этого барашка, вот это называется тнуфа. Вегиниф
Ототнуфа. Чуть раньше мы читали. Это глагол этнуфа? Я не очень помню. Этнуфа – это существительное от глагола риниф. Как? Ле? Леханиф. А, леаниф. Да, риниф – это рифаиль. Да. Так, хорошо. Как бет мой? Ум штей торим ошней бней йона ашер тасиг ядо вая эхад хатат вега эхад ола. И двух, значит, словом тор обозначается птица, которая по-русски называется горлица. Она похожа на маленького голубя, но другой расцветки и ведет себя по-другому. Голуби больше по верхам летают, а вот эти вот торим, они ходят по земле. Так, или два бней юна, то есть буквально голубиных сына, то есть молодых голубей, которых достигнет рука его, то есть на них у него денег хватит. И будет один для жертвы хатат, то есть искупления за грех, а один будет всесожжением олла. Денег хватит, да, у бедняка денег хватит. У него не хватит денег, чтобы купить, как мы читали чуть раньше, чего? Двух барашков и одну овечку, да? Но может хватить на то, чтобы купить вот что у нас до этого было. Так? Он возьмет одного барашка в качестве для тнуфа, да? А вместо остальных он возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, которые, ну, как вы сами понимаете, дешевле овечки. Их можно было просто поймать, они летали. Я не знаю, да, считалось ли это кошерным, если он поймает, а вдруг это чьи-то птички. Да, но во всяком случае, это могли быть его птички, да. Их разводили на мясо, потому что куры, тогда любимая наша курочка, она была еще не домашняя. Она не считалась домашней птицей. А в качестве домашней птицы, которая использовалась на мясо и яйца, которых брали, это были голуби. А курочки, да? Может, и не было, она ж летать не умеет. Курочка, наверное, была в диком виде. Но как вот... Ага. Курочка, как я читала, курочка одомашнили в Персидской империи впервые. То есть после Вавилонского плена курочки уже вполне себе, уже, как и в Талмуде упоминаются, курочки, потому что они уже появились. Как они упоминаются, как Тарнагор, именно, да? Да, именно так. Угу. Прекрасно. Так. Спасибо персам, есть от них польза. Ну, конечно, заметьте, сравните, сколько мяса есть в голуби, сколько курочки. Да. Так? Да. Так. Так. Это я, кажется, читал, да? Да, кажется. Угу. Да, Кавгимел тогда, Анна. Да, Кавгимел. Сейчас. Вагеви отам байом ашмини, лета гарато, элякоэн, элпатпетах оэльмоэт, лифней ашем. Вот, значит, вот эти все это, вот всю эту компанию, бедный человек, у которого нет денег на баранов, он принесет только одного барана и двух голубей, и принесет их в день восьмой для очищения своего, принесет коэну ко входу в Оэль-Моэд, ну вот в шатер, значит, откровение перед Всевышним. Тут еще фишка в том, что ему не разрешалось входить внутрь в этого храма, как бы храма того, что было храмом, и, значит, он стоял у входа, и все это производилось у входа, все эти... Ему не разрешалось, потому что он бедный, да? Нет. Потому что он... Нет, дискриминация связана не с этим, не с имущественным положением. Потому что он был поражен этим самым болезнью под названием цараат. Она делала его нечистым, он вообще должен был какое-то время жить вне всего города, там, и за городом. Вот, пока не выздоровеет. Потом слово «протах» это в данном случае как вход, да, в данном случае открытый. Протах, да. Да, верно. Так. Кавдалет, я читаю. Кавдалет, да, прошу вас. В лаках Акоэн, это кевес, а-ашам,
Вет лок ашемен, вегнив отам акоэн, нуфалиф нешем. Переводим. И возьмет коэн овечку для повинной жертвы и лок масла и вознесет их коэн как вознесение перед Ашем. Да, да, совершенно верно. Снова гениф, тнуфа, эти наши слова, да? Да, гениф. Гениф и тнуфа, вы видите. Однокоренные. Прекрасно, так. Нуфа это опять воздымит, да? Воздымление. Ну да, нуфа это существительное, вздымание, наверное. Вот айниф это, соответственно, вздымлет, да? Вздымлет. А скажи, вздымит. А почему назвали, что здесь жертва шам, это же вины вроде, это не огнепалимая жертва, а сказали, что это огнепалимая жертва. Просто хочу уточнить. Не-не-не, повинная. Шам. Кэвэша шам. Это не вина? Мы сказали, что Ашам – это вина. Что... Ашам – это вина, да. Да, мы только переводили. А переводим повинная, как-то... повинная жертва. А, мне послышалось просто так, что я понял. Спасибо. Да. Значит, Койгэй, Вэшахат, Эт Акэвис, Ашам, Вэлаках, Акоин, Медам, Ашам, Венатан аль тнух озен амитаэр иманит. А яманит в аль ко буэн ядо буэн а буэн ядо иманит в аль буэн рагло аиманит. Да, да, верно, да, переходим. Аймонит. Почему определенный артикль ставится? Потому что определенная рука, да? Ну, потому что слово «рагло», оно уже имеет артикль, который зашифрован в местоименном суффиксе. То есть нога его, а соответственно, и прилагательное тоже должно иметь артикль. Все понятно. Значит, и зарежет овечку повинной жертвы, и возьмет коин медам из крови, медам из крови повинной жертвы и даст тнух, опять говорили, что такое мочка, да, и даст мочку уха очищенную. Минуточку, да. И правую. Очищаемого. Правую, да. Очищаемого. Правую. Да. Буэн тоже говорили что-то. Буэн и... это большой палец. А, точно. И большой палец руки, правой руки, и большой палец левой руки. Нет, правой ноги. Ядо и рагло. А, там же рагло, ну да. Да, да. Так. Так. Да. Так. А что это было? Кавхей. Кавхей. Кавхей, да. Так, Людмила у нас. Людмила. Умин хашемен яцок. Хакоен аль-каф, хакоен хасмолит, асмолит. Да. И от масла. Да. Яцак нальет. А здесь причастие, да, яцок? Яцок – нет, глагол. Вылит. Ну, в смысле, да. Как настоящий выливает. Яцок. Нет, это будущее. Это скорее будущее время, да. Нальет коэн на ладонь коэна. Угу. Левую. Левую, да. Да,
Кстати, обратите внимание, что слово «смоль» пишется через «син» и с непроизносимым «алифом». Так, да. Теперь я спасибо. А здесь надо «а» читать или «о» все-таки? «Смолит». Просто этот «алиф» как будто его и нет. И сам «алиф» не читается, и гласовки нет, и даже паузу не моделирует. Под «мэм» читаем «о» или «а» все-таки? «А», «а». То есть мы читаем в произношении стандартном израильского это «а». Да? Не как хабатники. Ну, я умею читать и по-ашкенадски. Если очень нужно, я могу даже прочитать как польские хасиды. Вот. Но принято у нас читать вот так. Угу. Так. «Кав» – «хет» очевидно мой. «Венатана куген мин ха шемен ашер аль капо». Аль-тнух озен ха-митагер ха-иманит, вэль-боген ядо ха-иманит, вэль-боген рагло ха-иманит, аль-маком дам ха-ашам. Слиханова пропустили. Пропустили. Ой-ой-ой-ой, Кавзайн пропустили. Кавзайн, ага. Извините. Вэгиза коэт бээспао ха-иманит, мин ха-шемен, Ашер аль-капо асмалит, шева паамин лифней ашер. И окропит, побрызгает коэн пальцем правым из масла, которое на ладони его левой, 7 раз перед Всевышним. Ну, поскольку я прочитал кавхет, я в качестве штрафной его и переведу. И даст коэн из масла, которое на ладони его, на мочку уха, очищаемого правую, и на палец большой руки его правой, и на палец большой ноги его правой, на место крови вот этой жертвы Ашам, жертвы повинности. Вот так. Да. Теперь, Анна, прошу вас. Да. Так, вы анотар минашемин ашер алькаф акоен и тен альрош амитагер ле хапер алав лифнешем. И остаток масла, который на ладони коэна, возложит на голову очищаемого и искупит его перед Всевышним. Да, вот тут просто смысл в том, что вот кусочек вот этот вот для... Повторяется в точности то, что было для очищения обычного человека и для бедного одно и то же. Чтобы да. Как раз никакой дискриминации нет. Что и бедному, я и, скажу и даже такую вещь. Если я не путаю, я просто давно это не смотрел. Значит, была горизонтальная такая линия на жертвеннике, обозначена как бы венцом, венец. Не венцом, а венцом. И вот эту кровь надо было наносить на жертвенник. В случае человека нормального, зажиточного, ниже венца, а в случае человека бедного, выше венца. То есть здесь подчеркивалось, что ну, богатый человек для него это может быть, ну, скажем, небольшими затратами, а может быть вообще горничным, если речь идет о человеке действительно богатом. Да? Но человек, который приносит голубя, он явно человек бедный, и для него это существенно, и он, тем не менее, приносит эту жертву. Поэтому как бы в знак почета ему вот, следовала кровь вот этой жертвы выше венца. Если я ничего не путаю, просто давно это читал. Да, да, спасибо. Анна прочитала кафтет, да? Да. Да. Ламед, Тимофей? Ламед, я читаю. А, Яна, сдвигайте до конца, наверное. Сейчас, там осталось 3 кусочка. Вот да? Вот, да. Да. Читаем. Веса эт ха-эхат мин ат-тохим о мим бней айона мешер тасик ядо. И... предложит, ну, сделает буквально. Сделает буквально, да? Да, одного из горлиц. Горлиц, одну, да. Да.
или из сыновей голубя. Угу. Ну, на то, чему ему хватит средств. Да, он совершенно верно. Дотянется да. рука его. Из того, что дотянется рука его, да, верно. А горлиц своей хат, вы сказали, хат, горлиц, как? Горлица – это тор. А тор? Точнее, да, точнее, тор – это самец горлицы. Я не знаю, как это по-русски, да. А был я знаком с одной очень деятельной дамой, которая много помогала русским репатриантам. Ее звали Тора. То есть писалось это в точности как слово Тора. Да? Но значение это было вот голубка, то есть горлица. Да? То есть есть слово Тора. Тора. То есть и в иврите два названия Йона и Горе, одно и то же голубь, как и в русском. Нет, это разные птички. Горлица и Йона – это разные птички, да? Да, Йона – это голубь, а Тор или Тора – это горлица. А, горлица. То есть он должен принести либо горлицу, либо голубя. Да, да, да. Значит, ло, эт, ашер, тасиг, ядо, эт, аэхат, атаат, атат, атат, вэт, хаэхат, Айхат, Ола, Аль-Аминха, Вакипер, Акоин, Аль-Амитаэр, Лифней, Ашем. И который достигнет руки его. Рука его, да. А что в данном случае Эд? Просто... Это кого-чего? Я... Не знаю, как отдельно это перевести. Это частица, образующая родительный или винительный падеж. Да. А, понятно. Поэтому кого чего, а Ашер это которого, да? Который, да. Который, то есть только того, которого достигнет рука его. Буквально. Рука его. Это имеется в виду про того бедного или... Да. Понятно. И, значит, Айхат, и одна... жертва, ой, грех, и один грех, этот, и один грех в чистоте. Грех очистительная жертва, хатат, да. И одна, жертва всесожжения. Всесожжения. Это разные жертвы, получается. Да, да, конечно. Их очистить надо, угадить, это всесожжение. И пшеничные муки. Да. И купит искупаемый очистительную очистить. И искупит коин искупаемого пред Богом. А, это не очиститель. Очищаемого. Очищаемого. Перед Всевышним. Да. Так, и последняя Людмиле достается, да? Да, да. Зот торат ашер бо нега цараат ашер ло тасигьято бетахарато. Это что? Не расслышал. Учение. Это учение, которое в нем... Для которого... это учение, которое в нем, у него, на нем поражение царат. Мы используем слово проказа. Просик это достанет? Рука да, его. Да, дотянется буквально, да. Чистоте его? Нет, рука его. Я нет, дал. Дальше бетахарато. А, при очищении да, его. Вот этот смысл этой фразы по-русски не понимаю. И мы немножко переиначим его, чтобы передать именно смысл. Вот учение о человеке, который очищается от проказы, но при этом не... достигла рука его, не смог он достать, не смог он себе позволить, да, того, что требуется в обычном случае, да, при очищении этого человека.
можно сказать, не учение, а указание, да, то есть как бы вот этот вот кусочек. Указание по очищению человека, да, который не мог, да, то есть достать. Вот мы указываем, ну, говорим здесь про тот случай, когда он даль, да? Мы сначала читали нормальный случай. Вот да? в этом предложении имеется в виду про даль, у которого не хватает. Да, именно, вот, именно с той фразы, где используется слово даль. Да, 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 совершенно верно. Не хватает финансов. Да. Финансов не хватает. Ну да, что же делать? И такое бывает. Мы с вами это знаем. Так, уважаемые дамы и господа, мы заканчиваем сегодняшнее занятие. Тот текст, который идет дальше, я не планировал сегодня разбирать, но я подготовил для него словарь. Если будет желание, вы можете почитать его самостоятельно. Это раз. Два. Я всем желаю веселого и кошерного Песаха. И я очень надеюсь, что и то, что мы с вами в этом году, в этом цикле немножко позанимались текстом «Пасхальные годы», и то, что есть у нас в архиве, действительно вам поможет сделать то, что вы делать планируете. Самое главное в Песах, да, это рассказать об исходе из Египта. Для евреев есть еще и заповеди, есть мацу, есть марор, вот, когда существовал храм, да будет он настроен в скорости в наше время. Значит, есть еще заповеди пасхальной жертвы, заповеди жертвы праздничной и так далее. Вот, а для тех, кто хочет ощутить праздник, вот читайте пасхальную году и переводите себе и своим друзьям, чтобы их тоже посвятить. Если ты в это время один, сам себе рассказываешь? Сам себе, конечно, да, да. А если есть у тебя друзья, знакомые, которым будет это интересно и или полезно, да, хотя бы что-то одно, если будет просто интересно, но без пользы, хорошо. Если будет полезно, но не очень интересно, тоже желательно. Да? Пригласите. Пригласите и расскажите. Это, рассказать о Богоде, да? Рассказать о Богоде. Рассказать об исходе из Египта, рассказать историю исхода, значение исхода. Вот. Если вы используете текст, ну что же, это будет очень мило. А это играет роль? Еврей, не еврей, всем можно рассказывать, да? Что именно? У евреев есть много чего сложного, всякого хитрого и сложного. Но не, тут да, много говорит для неевреев, если ему тоже хочется. Еврей должен, еврей обязан это сделать. Он должен и рассказать об исходе из Египта, и съесть определенное количество мацы, определенным образом, определенный момент, и выпить в нужные моменты 4 бокала кошерного вина, и дай Бог каждому исполнить эти заповеди. Но если речь идет о нееврее, которому это важно, который хочет почувствовать значение исхода, да, потому что значение это не только для еврейского народа, но для всего человечества в целом. Я сейчас заговорил как Пинхас Полонский. Человече, да, общее, да, как это сказать? Универсальное. Да. Вот, да, вот так, да. Универсальное значение исхода, да. Если вы это расскажете себе, будет хорошо. А если вы пригласите людей, которым это будет важно, это будет вообще замечательно. Да, вот так. Так, еще раз с праздничком наступающим. И много лет назад от одного хабадника я услышал, что лучше говорить «кашер в самеях», потому что самеях-то он будет само собой. Будем все веселяться. Но при этом веселье можно что-то там, не дай бог, упустить. Поэтому важно, чтобы это было, в первую очередь, кашер. А вот по поводу Песаха, да, говорят, хаг самеях да кашер. Лучше говорить так. Потому что кашерным-то он будет, уж как мы готовимся к Песаху, дай бог каждому. Да? А вот, чтобы у нас остались силы еще и порадоваться, и ощутить эту радость, да, вот это надо еще постараться. Вот примерно так. А этот перек 15, это после 14 сразу идет, да? 15, да, идет подряд. 15 после 14? Обалдеть. Да не может быть. Окей. Тов, хак самеер. Спасибо. Всем счастливо. Всем выхода. И всяческих рабств. Ладно, всего наилучшего, пока.